целом же на участие в высокогорном карнавале подали заявки более 3000 человек. Кто круче, выяснится в ходе битвы между горнолыжниками и сноубордистами в 15 видах веселого спорта. Больше всего заявок подали москвичи. Сочинцев пока немного. Есть и жители дальних регионов. В Сочи их в первую очередь привлекает погода. По прогнозу, в это время в горах ожидается плюсовая температура выше 10 градусов. Организаторы приглашают всех принять участие в фестивале и в качестве участников, и в качестве зрителей. Те, кто зарегистрируется на сайте карнавала «Бугель-Вугель», получат специальные браслеты для бесплатного подъема на канатной дороге. Кроме веселых спусков ожидается фестиваль красок, прыжки в бассейн, фестиваль экстремального инстаграм-кино, турнир по пляжному волейболу на снегу, бампербол, снежный танцевальный баттл, выставка болидов, кубок конструкторов и музыкальные мероприятия. Можно говорить о каждом из составляющих мероприятия, оно увеличилось в масштабе. Если мы говорим сейчас о музыкальной его составляющей, то можно сказать, что, ну, наверное, любой музыкальный фестиваль, который бы проходил в России, да и в ближнем нашем зарубежье, позавидовал тому составу хедлайнеров, который мы привезли на Роза Хутор. Это группа «Брейншторм», это «Загреви» и это «Александр Пушной». То есть это реально международный музыкальный фестиваль, который пройдет в рамках нашего «Бугель-Вугеля». В ходе карнавала будет предпринята попытка установить 3 рекорда Гиннесса. На самый многочисленный заезд в купальных костюмах, на самый большой горнолыжный оркестр и на самую масштабную в мире светомузыку.